классика массового романа и так далее. Ребята, а у вас что, тоже свет выключили? Да. И у нас. Да, и у нас. Капец. Мне страшно. И мне. Это комплекс. Крутые детки. Ничего не пойму. Где это я? А это что такое? Офигеть, это же канал Cool Kids. Ребята, привет, я Соня, ваша самая преданная подписчица. Живу в Красноармейске, Московской области. Ребята, ребята, вы где? Крутые детки, ау, вы где? Что с вами случилось? Дорогие зрители и подписчики, я знаю, как мы сможем их найти, ведь у нас есть магия подписчиков. Срочно нажимайте 3 раза на лайк, чтобы ее активировать. Время пошло! О, у нас получается! Сейчас мы с вами узнаем, куда же делись крутые детки. Ребята, вы чем вообще на самоизоляции занимаетесь? Ну, вариантов, кроме того, как круглосуточно сидеть за компом и решать задачи, что-то маловато. Да, согласна, это дистанционное обучение просто капец какой-то. Ой, девочки, вам лишь бы на жизнь пожаловаться. В дистанционном обучении лично я ничего плохого не нахожу. Это наоборот, очень удобно. Ага, конечно, удобно ему. Небось, даже домашку не открывал ни разу. Открывал, конечно. Я даже больше скажу, я вообще все предметы изучаю по Ютубу. Это как? Очень просто. Открываешь Ютуб и смотришь видос на нужную тему. Допустим, задали нам написать доклад о динозаврах. Смотрите, какой я интересный видос нашел. Можно учиться. Там какие-то дети от динозавров бегают весь ролик, и все. Так зато понятно, что динозавр может съесть человека. Это очень полезное знание. А я тоже по ютубчику учусь. А вы, кстати, задание по Древнему Египту сделали? Я тупо списал из интернета. Я раскопал историю про древнюю властительницу Египта. У нее была сестра, которая хотела ее отравить. Вот, посмотрите. И что? Вы, мои верные подданные, хотите сказать, что впервые слышите о заговоре против меня? О, великая и несравненная Вирджифити, нам об этом правда ничего не известно. Ваше Величество, это слухи. Вы законная правительница Египта. Никто не может претендовать на ваш трон. О, великая Вирджифити, я вчера проходила мимо лачуги ваших рабов и, кажется, кое-что услышала. Вот эти презренные рабы, моя царица. О, великая Вирджифити, простите нас, презренных рабов! Хоть мы ни в чем не виноваты, все равно нас простите! Ну чего ты молчишь, поддакивай, то нам капец! О, ваше величество, мы ничего не сделали, но все равно готовы понести наказание. Встаньте с колен, я сегодня добрая. Вроде. Катисия, проверь. Да, ваше величество. Сегодня у вас по графику стоит помилование рабов. Вирджифити? Прям как Вирджиния. На мое имя похоже. Стоп. А вам не кажется, что в этом ролике и сама царица Египта на Вирджинию похожа? Блин, они там вроде все на нас похожи. Эльграф Тимофей, это видео с одного канала? Не знаю. Это я смотрел на каком-то канале. Сейчас посмотрю, как он называется. Какой-то Cool Kids. Так,
Да, мой видос про Египет тоже с этого канала. Не пойму, что это за прикол? Там снимаются наши двойники? Да ну не, присмотритесь, они на нас вообще не похожи. Но если только отдаленно, но все равно, этот странный канал для дистанционного обучения использовать нельзя. А если мой Эльграфчик сказал, что можно, значит можно. Так что нечего тут умничать. Чего? За базаром следи. Моя Саша всегда права. Ребят, не ссорьтесь. Дистанционное обучение – это прекрасно. Есть столько способов для самореализации. Можно прочитать множество интереснейших книг. Итак, хватит. Давайте не будем про дистанционку. И так тоже. Подождите, а где Вобла? Урок же уже должен был начаться. Ну, если не присоединиться через 15 минут, то смело можем валить. Ну и куда это вы, интересно, валить собрались? Ой, здравствуйте. Мы тут это, уроки обсуждаем. Ага, а как вы давно присоединились? Да я тут с самого начала, просто не могу понять, как включить это видео. Так, ну так что вы там про дистанционное обучение говорили? Что это прекрасный повод подтянуть знания. Ну и что это прекрасная возможность прочитать произведения русских классиков. Все с вами понятно, но раз вы сами начали разговор о классической литературе, и с нее и начнем. И нечего тут вздыхать. Открываем тетради, записываем тему урока. Так, классическая литература. Классическая литература – это произведение художественной литературы, которое считается эталоном для своей эпохи или жанра. Именно так, дети, появилась классика романтизма, классика модернизма, классика массового романа и так далее. Ребята, а у вас что, тоже свет выключили? Да. И у нас. Да, и у нас. Капец, мне страшно. И мне. Ну, наверное, это какое-то совпадение. Так, не переживайте, если что, мы вас защитим. Да. Ну и как вы нас защищать собрались? У нас же карантин. Как вас защищать, это уже наше дело. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Ах, какая идиллия! Какой дружный класс! Прям жалко срывать ваш замечательный урок. Ну что, доигрались, крутые детки? Я столько лет ждал этого момента, когда смогу захватить весь мир. Того момента, когда никто и ничто не сможет мне помешать. И вот, такой момент настал. Это что, какой-то пранкер взломал наш видеочат? У вас ничего не выйдет. Да ты что? И кто же мне сможет помешать? Неужели мои жалкие агенты-предатели? Очень смешная шутка. Сейчас как раз самое подходящее время для исполнения моего коварного плана. Все силы брошены на борьбу с вирусом, а это значит, что никто не заметит, как я порабощу этот мир. Но остался еще один маленький пустячок. Да кто вы такой? И что вам от нас надо? Ой-ой-ой, да вы сами не знаете, кто вы такие. Закину-ка я вас куда подальше, чтобы ваши любимые подписчики вас не смогли найти и спасти. Мальчишки, что вы там говорили про то, что будете нас спасать? Кажется, он не шутит. Конечно, не шучу. Что здесь происходит? Я требую немедленно выйти из нашего чата. Вы мешаете учебному процессу. Нет, уважаемая Виолетта Борисовна, это вы сейчас выйдете, и не куда-нибудь, а в параллельную вселенную, откуда вы никогда не сможете вернуться! Это что сейчас было? Ребята, ау, вы где? Эджит ЦВУ, что произошло? У меня в голове голос? Кто вы? Все понятно. Ты под ментальным воздействием. Отправляю тебя по следу, оставленному конкурентом из ФСВ. У себя в кармане ты найдешь генератор полей. Следуй инструкциям. Каким еще инструкциям? Привет, меня зовут Егор. Я из команды Крутых Деток. Cool Kids — это самый лучший YouTube сериал в нашей галактике. Если вдруг вы не сможете написать свой комментарий здесь, то мы ждем вашу историю в комментах приложения «Лайки». Ссылочка на наш аккаунт будет в описании.
ставь лайк, подписывайся на все каналы крутых деток. Обязательно загляни в наш инстаграм, и увидимся в будущем. Ребят, мы хотим вас еще раз поблагодарить за 300 тысяч подписчиков. Если вдруг вы не видели клип на 300к, то мы покажем его вам прямо сейчас. Весною подфартил мне Купидон. В школу я иду с тоскою, утро каждое в мольбе. Я не понимаю, чё надо тебе? Надо, не отводил бы школу взгляда, и был в восторге от наряда, и чтобы был все время рядом. Только со мной надо, чтобы купил мне шоколада и защитил от хулигана, от гроз ветров и урагана. Ты мой герой. Сколько раз на перемене приглашал тебя гулять, я как клоун на арене должен вечно развлекать. Ты загадочно взглянула, улыбнулась как во сне. Я не понимаю, чё надо тебе? Надо, не отводил бы школу взгляда и был в восторге от наряда, и чтобы был все время рядом. Только со мной надо, чтобы купил мне шоколада и защитил от хулигана, от гроз ветров и урагана. Ты мой герой. Завалил совсем учебу, нету жизни никакой. Почему, чтоб я не делал, я всегда антигерой. Ненавижу Купидона, проиграл ему в борьбе. Я не понимаю, чё надо тебе? Надо, не отводил бы школу взгляда и был в восторге от наряда, и чтобы был все время рядом. Только со мной надо, чтобы купил мне шоколада и защитил от хулигана, от гроз ветров и урагана.